Мэнку, Гушу, Шайхун. Китайский красный чай, солнечный сушти, урожай 2020 года. Из ассортимента Tea Magic Shop, Москва, Санкт-Петербург, Хельсинки. Аромат сухой заварки на прогреве дыханием. Сливовое варенье, очень слабая нота. Пряные сухофрукты, слабая нота. Ягоды с медом, очень слабая нота. Спокойный, не яркий аромат. По проливам берем 2,5 грамма сухой заварки и завариваем на 100-миллилитровую китайскую фарфоровую гайвань. Промывка 70% от нормы. Первый пролив 90% от нормы. Второй пролив 100% от нормы. Третий пролив 90% от нормы. Четвертый пролив 60% от нормы. Пятый пролив менее 40% от нормы. Чай начинает завариваться сразу и достаточно интенсивно. Особенно первый, второй проливы. Настой прозрачный, яркий. Без мути и взвеси, с осадком в мелкой фракции. Чай можно пить сейчас, а можно закладывать под выдержку. Сырье имеет очень хороший потенциал для последующего развития. Через 1,5-2 года количество проливов существенно подрастет, а вкус станет более глубоким. Вкус заваренного чая терпко-сливовый, с нотками осамики. Очень долгая, терпко-сливовая послевкусие, с характерной для шайхунов кислинкой. Аромат заваренного чая сливово-терпкий. У чая имеется ограниченная защита от дурака. Чай можно заваривать даже кипятком. Стоит заваривать его по следующей схеме. Первый третий проливы быстрые, а затем стоит поднять до максимума температуру воды и начинать томить лист на удлиненных проливах. Гайвань подходит для заваривания плохо, не раскрывает потенциал чайного сырья в полной мере. Стоит взять толстостенный фаянсовый, причем именно фаянсовый, а не фарфоровый. Или глиняный чайник толстостенный. Тут они будут вполне уместным выбором. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.